Сегодня удовлетворили постановление следствия о продлении до 29 июля 2015 года срок содержания Ахтема Чийгоза под стражей. Наши доводы, к сожалению, доводы защиты не были взяты во внимание, несмотря на приведение даже мировой практики и практики Европейского суда. Было ряд, на наш взгляд, оснований все-таки избрать более мягкую меру пресечения. Тем более, что в дело нами было представлено ходатайство о взятии на поруки членом Совета при президенте Андреем Юровым. Вообще-то это решение было предопределено. Решение заключается в том, что содержание под стражей Ахтема Чийгоза продлили до 29 июля. По ходатайству следователей продлили содержание под стражей в связи с тем, что они не успевают закончить свои следственные мероприятия. На удивление нам сегодня дали родным, близким, коллегам и друзьям зайти в здание суда, увидеть хотя бы Ахтема Чийгоза, даже успели переброситься несколькими словами. Выглядит Ахтем Чийгоз удовлетворительно, держится молодцом. Я считаю, это человек сегодняшний герой. Естественно, пребывание в СИЗО сказывается и на внешнем виде, и на, я думаю, психологическом состоянии. Хотя он успел сообщить, что к работникам СИЗО у него претензий нет, а давление психологическое, как он сказал во время суда, оказывается на него следствием.